Так, и давайте посмотрим, что же в последующих посылках. Наверное, тоже что-то интересное будет. Ой-ой. Это чехол для Alcatel OneTouch Idol 2, мой чехол. Вот, наконец-то он пришел. Заказывал себе Супермен. Такой вот клевенький. Сейчас к телефону примерю. Покажу вам, как он есть. Все, в принципе, да? А подарок? А, вот подарок, кстати. Продавец обещал. Ручку стилус. Чуть-чуть тыкать по экрану. Посылка, ну, очень долго шла. Тоже почта Финляндии. Что-то дней 35, наверное. Ну, наконец-то я дождался. Спасибо продавцу. Трек номера не было. Где-то стоил он, наверное, 130 или 140 рублей. В принципе, чехольчик ничего. Сейчас примерю на телефон, и вы посмотрите. Вот такой вот чехольчик, значит, на телефончик. Ну, в принципе, клево смотрится. Тут у нас Супермен написано. Все. Такой приятный на ощупь, знаете. И, наконец, последняя посылочка из Китая. Смотрим, что здесь. Ага. Смотрим, конечно. Вот. Смотрим. О, ребятки. Это электронные сигареты. Ух ты, ничего себе. Шла вообще дней 20. Так, это многоразовая, значит, сигарета. Ее заряжаешь, все такое. Ну-ка. Курица. Сейчас пойдем на природе покурим. Все такое там. Ну все, давайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И розыгрыш идет до сих пор, до субботы он будет, так что выигрывайте. Вот такая вот сигаретка, значит, сейчас чуть-чуть ее подзарядил. Вот это откручивается часть и вставляется зарядочка, заряжается через USB. То есть можно к ноутбуку, к компьютеру подсоединить. Надеюсь, хоть что-то зарядилось.